По поручению губернатора в регионе проводят встречи с предпринимателями из приграничья. Как отметил Вячеслав Гладков, существующих мер поддержки недостаточно. Необходимы системные решения, которые охватят как можно больше субъектов малого и среднего бизнеса. Общение проходит в формате открытого диалога с участием представителей профильных министерств области и налоговой службы. Задача – саккумулировать предложения, которые позволят поддержать компании, оказавшиеся в непростой ситуации. Сегодня заседание провели с предпринимателями Грайворонского округа. Среди них как владельцы малого бизнеса, так и руководители аграрных предприятий. Главные вопросы – льготное кредитование, компенсация ущерба, нанесенного в результате обстрелов ВСУ, отсрочка по налогам. Смысл отсрочки. Если нет возможности оплатить сумму налога, если уже задолженность сформировалась, либо нет на сегодня задолженности, но вы знаете, что к вам придет срок, наступит срок платежа, вы его оплатить не можете, физически не можете. В этом случае есть процедура перенести срок уплаты на более поздние сроки, это отсрочка, либо рассрочка, то есть раздробить эту сумму. По темам, где требуется более детальное рассмотрение, сформировали список обращений. С предпринимателями будут индивидуально искать оптимальное решение проблем, исходя из существующих мер поддержки. Отметим, такие встречи продолжатся и дальше. Встречаемся не последний раз по этой теме. С предложениями буквально мы объезды закончим на следующей неделе. И уже через неделю с предложениями конкретными к губернатору выходим, прорабатываем и говорим, о чем еще раз встречаемся, о чем как бы договорились, куда двигаемся.